Больше не появляйся здесь. Больше не появляйся здесь. Должен повернуть назад. Никто не смеет тревожить сон моего повелителя. Ошибочка. Ваш спящий очень скоро проснется. Еще один раз, и ты покойник. Больше не появляйся здесь. Больше не появляйся здесь.
нас не так много времени, так что слушай внимательно. Как ты? Спящий уже рядом. Мне стоило больших трудов добраться сюда. Я перевел оркские пророчества и понял, что значит пять сердец. Пять сердец побежденных тобой жрецов лежат в пяти гробницах. Гробницы эти несложно открыть, но только древний клинок в руках жреца сможет уничтожить сердца. Ты должен будешь пронзить сердца пятью клинками. Только так можно изгнать спящего из этого мира. Я понял. Торопись. Безумный Кор-Галом со своими учениками уже здесь, и демон вскоре пробудится. Они собрались в зале спящего. Я пролил довольно крови. Теперь меня уже ничто не остановит. Мощь спящего растет, и я не... Что с тобой? Я... должен... Наконец-то мы снова встретились. Мой господин сообщил мне о твоем прибытии. Он чувствует, что ты рядом. Скоро я буду ближе к нему, ближе, чем ему хотелось бы. Мы не позволим тебе расстроить наши планы. Мир вот-вот станет свидетелем пробуждения Избавителя, и никто не в силах остановить его. Всех неверных ждет расплата за их грехи. И тебе уготована честь стать первым из них. Пробудись, спящий! Больше не появляйся здесь.
больше не появляться здесь. После того, как спящий был изгнан в свое измерение, я вернулся к солнечному свету. Магический барьер пал, но мой путь только начался. Но это другая история.